4 швейных цеха, значит, художественно-прикладные у нас есть мастерские, они рисуют ручное рукоделие, вышивают, шьют, ободки делают, там браслеты, украшения, вот, значит, мини-типографии цех. Так, цех по производству туалетной бумаги и салфеток. Ну вот он еще пока не запущен, мы ждем, когда нам уже доустановят блок управления. Вот. Но это такие основные направления. Мы сейчас, когда будем проходить, вы все это увидите. По законодательству очень мы не можем производить товар, мы не можем реализовывать. Соответственно, мы открыли параллельно для помощи нашим пациентам с ментальными нарушениями общественное объединение общества инвалидов БАХЭП. То есть БЫСА, МАНСАО, ПАХАМДЭ, ТАМДАЙМС. То есть мы выбираем здоровое общество. Мы первые на рынке, можно сказать, кто именно работает с ментальными нарушениями. Такими инвалидами практически в Казахстане никто раньше не занимался. Соответственно, мы теперь хотим объединяться и развивать, помогать именно таким инвалидам. Как таковых специалистов сейчас очень мало, но мы сейчас начнем это развивать. Надеемся, что у нас все получится.